Здравствуйте, стрельцы! Это еженедельный расклад, неделя с 8 по 14 июня. В этот раз я сразу начинаю знак колоды, потому что я потом забываю. Ага, повешенный. Повешенный. Обстоятельства, которым вы вынуждены подчиниться. Еще с карты испытаний. Это надо терпение набраться. Его, видимо, вам немножко будет не хватать на этой неделе. Вот как раз вот эта вот невозможность что-то поменять, для всех, конечно, будет это в разных сферах, она вас будет или какие-то оттяжки, задержки. Надо набраться терпения на этой недельке, стрельцы. Потому что часто вот эти обстоятельства, они от нас не зависят. О, это дрель у соседей. Простите, будем записывать так, под аккомпанемент. Эти обстоятельства, они немножко от вас не зависят, понимаете? И вам карты советуют набраться на этой неделе терпения, потому что это на этой неделе, по крайней мере, точно никак невозможно не форсировать. Нет, они вам немножечко не нравятся, эти обстоятельства. Тема недели – двойка пентаклей. Двойка пентаклей – это... Я бы сказала, что в этой колоде особенно у меня ассоциация, что есть две эквивалентные возможности, две вещи, которыми вы пытаетесь, как говорится, жонглировать. Обе эти вещи удержать. Это может быть две работы, это может быть две возможности, которые вы крутите, и вам приходится, как говорится, суетиться с этим делом. И также, конечно же, не забываем, что это могут быть, например, два человека, которых вы любите или испытываете симпатию к которым. Но в любом случае это два чего-то достаточно, так сказать, потому что вы видите, у него, у котика в одном, вот этом знаке бесконечности, в одном здесь у него аквариум с рыбкой, а в другом там мышка. То есть, по сути дела, и то можно кушать, и тем можно себя накормить, и не хочется ни то упускать. Поэтому надо, как говорится, держать. Ну, это ваше ощущение. Дом, семья. Прекрасная карта, верховный жрец. Все чинно, мирно, благородно, все в порядке, забота о доме, покой. Выглядит все очень традиционно, но очень порядочно, дальше не бывает. Да что ж такое-то? Ну, будем слушать сверлёжку. То есть дома покой, традиции, соблюдение традиций. Может быть, кто-то как раз это может, конечно, насчет карты брака. Меня эта пятерка мечей жутко смущает. Я бы насчет карты брака не сказала, но это какие-то традиции, соблюдение традиций дома. Все красиво, все как положено, все на местах, вы гостеприимны и так далее и тому подобное. То есть, когда к вам люди приходят, вы чай предлагаете с печеньками, то есть, ну вот, все соблюдается, вот как должно быть, как это в нашей, так сказать, нашем восприятии, вот полностью, как это должно быть, все соответствует дома. Любовь, отношения. Начнем с самого упрощенного варианта по этой карте, самого невинного, покуда это в любви, отношениях. Кто-то из, либо ваш партнер, партнерша, либо кто-то из очень близких людей задевают ваше самолюбие, назовем так. Либо вам надо подчиниться в отношениях каким-то обстоятельствам. Ну, знаете как, вот может быть этот повешенный тоже, кстати, про это и говорит, ну, он не хочет такие какие-то там совсем интимные, да, подробности такие вот выкладывать. Ну, вот, когда мы не можем сделать так, как хочется нам. Вот, понимаете, есть разные обстоятельства, вещи, что-то зависит не только от нас, а от нашего партнера, и мы вынуждены сказать, угу, скрипя зубами, вот так. То есть это самый легкий вариант. Для тех, кто играет двумя партнерами на этой неделе, рискует, не знаю, рискует себе чем-то навредить. Просто вот имейте в виду, потому что эта карта так называемой, да, пирровой победы.
То есть, когда остров они взяли, но такой ценой, что, как этот царь сказал, что если еще один такой будет, то я вообще без армии останусь. Так что имейте в виду, что это не полезно вам в этот раз. А также может у некоторых возникнуть, знаете как, вот, например, какие-то обстоятельства вас не устраивающие по поводу вашего партнера, ну или человека, которого вы считаете своим партнером. И вы, у вас такое желание, по этой карте может даже быть желание отомстить. Вот, ну не знаю, знаете, вот такое, когда кипит, вот наше самолюбие задето. То есть, ну я говорю, я перебираю разные, потому что это общий расклад, я и маленькие бяки, и побольше бяки рассматриваем. Работа, карьера, карта возрождения или страшный суд. Вы знаете, я вот здесь вижу эту карту положительной. Я вижу это как положительные изменения в лучшую сторону, причем это может даже быть, знаете как, вы уже даже и не думали, что это возможно. А это берет и начинает сдвигаться в сторону светлого будущего. Это может быть для некоторых, например, как сказать, вознаграждение на работе, потому что у вас в денежной карте денежки. Денежки, подарки, премия может быть, потому что по итогам работы вас, как говорится, поощряют, причем в денежном варианте. То есть, если кто-то совмещает две работы, я не знаю, где это, ну, то есть, например, вы работаете, и у вас свой бизнес, или как-то вот так. То есть, где это будет, я не могу сказать. Но то, что у вас здесь положительная тенденция в работе и деньгах, это точно. А вот как это будет, ну, это получение денежек. То есть, стрельцы, все движется пока, все хорошо. И единственное, что, наберитесь терпения. Для тех, у кого есть какие-то обстоятельства, которые невозможно поменять, они вам не нравятся, они вас не устраивают, но вы на этой неделе вы не сможете эти обстоятельства изменить. Поэтому крепитесь, дорогие мои, работайте, занимайтесь делом. Я желаю вам прекрасной недели и увижу вас, надеюсь, скоро. Всего доброго!